Уборочная компания на Дону миновала свой экватор, сообщает сайт областной администрации. Хозяйствами региона убрано более 1 миллиона 800 гектаров, это более 55% от общих уборочных площадей. Валовый сбор на сегодня составляет почти 6 миллионов 150 тысяч тонн при средней урожайности почти 34 центнера на гектар. Ростовская область в середине списка по уровню бедности. РИА Новости подсчитали среднедушевой месячный доход населения и соотнесли его со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. Медиана – уровень, при котором ровно половина жителей имеет доходы выше него, а вторая половина – ниже. Дополнительными показателями послужили доли населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности. Ростовская область находится на 43-м месте. С нашим регионом соседствует Дагестан, Челябинская область и Красноярский край. По данным Ростовского гидрометцентра, с 9 по 12 июля чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохраняется в Ростовской области и в Приазовье. Напомним, что при высокой пожароопасности следует воздержаться от разведения костров на природе, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки и не выжигать сухую траву и камыш. Сочи, Сириус, созвездие. Первый конкурс молодых исполнителей в Центре науки и искусства – одной из ведущих образовательных площадок мира. Это грандиозное событие в области классической музыки. Мэтры с колоссальным опытом воспитывают новую творческую элиту нашей страны, будущих специалистов в искусстве. Конечно, это уникальная среда, которая в прямом смысле открыта каждому и может дотянуться до каждого ребенка из любого и субъекта, и муниципалитета. И, конечно, у молодых, амбициозных и хорошо подготовленных ребят большие возможности, большое будущее. Поэтому мы все сегодня в начале такого большого цикла, который, конечно, приведет очень многих на их профессиональные сцены, где они будут и победителями, и участниками, и педагогами. Сотни заявок со всех регионов страны. Заочно серьезный отбор. Остаются 17 самых ярких, талантливых ребят. У них есть одна возможность. Один шанс быть услышанными на сцене большого зала «Сириуса». Быть первыми, кто поборется за гран-при конкурса и будет работать рядом с великими музыкантами. Сейчас мы находимся на генеральной репетиции, и мы пытаемся сделать все возможное, чтобы участники не волновались, чувствовали себя комфортно, полностью включились в шоу и наслаждались своим выступлением. Организаторы конкурса – Образовательный фонд «Талант и успех» и Центральная музыкальная школа при Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, где готовят исполнителей высочайшего класса. Два дня отборочных туров участники представляют две сольные программы по 30 минут в своем направлении – фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты. В данном случае, мне кажется, что должна решать артистическая индивидуальность участника, и именно это будет являться критерием успеха, победы. Жеребьевка определяет, в каком порядке юные дарования будут представлять свои программы жюри. Здесь нет проигравших. Есть уникальная система поддержки судей, и лауреаты, и победители получат от оргкомитета конкурса не только музыкальные инструменты, но и возможность обучаться в первых музыкальных академиях мира. Я надеюсь, что многие из них станут претендентами на следующие серьезные конкурсы в мире. А то, что касается их состязания, да, они происходят, наверное, в новых, ни с чем не сравнимых условиях, потому что все конкурсы, правильно вы сказали, битва. Здесь все настроено совершенно на другой лад, чтобы они не думали об этом, чтобы они как можно более были раскрепощены и, самое главное, показали со всех лучших сторон себя.
Аналогов этому проекту «Сириуса» нет. 12 смен в год, непрерывное обучение для детей и преподавателей, которые приезжают повышать свою квалификацию. Обучают в «Сириусе» выдающиеся деятели искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. И здесь нужно себя зарекомендовать. Тысячи выпускников и лишь единицы по результатам обучения получают приглашение попробовать себя в конкурсе «Созвездие». Итоговый гала-концерт, награждение в Большом парке науки и искусства «Сириус» пройдут 11 июля. Мы узнаем имена лучших. А пока наслаждаемся невероятной атмосферой и удивительной энергетикой «Сириуса». Я хочу пожелать каждому конкурсанту сегодня и конкурсанту в будущем любого конкурса биться не за место и призвание, а за музыку. Потому что мы все делаем ради музыки, и музыка — это нечто великое, что мы обязаны донести людям.